образовалась у родственников проблема. Проблема серьезная, что аж даже прямо кушать не могут. Потому что если покушать, это потом надо в туалет проблема, потому что туалет не очень сильно хорошо работает. Если быть точнее, у них в инсталляции вот эта гадость не держит воду. Это впускной клапан. И водичка он пропускает. Водичка через перелив уходит налево, рублики тикают. Поэтому у родственников двойная проблема. Надо как-то эту проблему решить. То есть заменить впускной клапан. Менять там какие-то уплотнения – это гиблое дело, потому что ничего не производит этот производитель. А это фирма Рока. Не знаю даже, кто это страна конкретно. Попытались поискать впускной клапан в городе, а нету. Только под заказ в Москве. С Москвы проще напрямую заказывать. Это 2 рубля, плюс еще доставка еще. Ну, короче, рублей 5. С ума сойти. И причем у этих Рокки, с этим впускным клапаном, судя по отзывам в интернете, проблема каждые 2-3 года вылезает. Ну, просто поголовно народ там ломает голову, что это сделать. Поэтому гадость эту, ну ее нахрен. Пошли в ближайшую Шмаура. Что бы типа сюда приколхозить? А приколхозить сюда вот на глаза попала вот такая вот вещь. Алкопласт. Это, насколько я помню, чешский. 3/8 тоже заливной штуцер. По размерам примерно то же самое. Ценник 500 рублей, а не 2 рубля. И без доставки, а прямо тут в наличии. Сейчас будем колхозить. Эти 2 впускных клапана. Слева это вот Рока, которая издохла. Справа это алкопласт. Единственный момент, что вот здесь отверстие внутри. И здесь отверстие внутри. Чуть-чуть отличается. Внутреннее уплотнение алкопласти не держится, поэтому сюда вот сейчас быстренько натянули колечко уплотнительное. Колечко. Вот то, что здесь было. Алкопластовская теперь конструкция здесь стоит. Посадочная садится по месту, регулировать даже удобнее, чем было. Открываем воду, проверяем. Ой, счастье наступило, неужели? Отлично. Воду перекрывает. Здесь у нас ничего не бежит. Все. Бюджетный ремонт на коленке заколхожен. Роковскую инсталляцию с помощью алкопластовского впускного клапана. Если кому надо, очень рекомендую. Покупайте, Машу. Гроя. Гроя – это тема. А вот это все – это колхоз какой-то.